Здравствуйте, вы на канале Можжевеловый сад. Решила все-таки немножко показать, как будем высаживать мицелий грибов. Лисички мы уже высадили, сейчас будем высаживать белые грибы. Вот кипарисовик горохоплодный Бульвард. Возле него, где-то на 1,5 метра, сделали вот такое вот углубление. Сбили из досточек такой квадратик 1,5 на 1,5, положили его под кипарисовик и откопали вниз 10 сантиметров. В инструкции было написано, что мицелий нужно заглубить на 10 сантиметров под большое дерево. Наше деревце, конечно, еще не очень большое, но зато оно хвойное. Вот мицелий белых грибов. Решили, что раскладем мицелий, как написано в инструкции. Потом присыпем землей. И сверху засеем еще вот такой вот газончик. Этот газончик медленно растет. Он не сильно густой. И травка такая мягкая, поэтому грибы должны пролезть без проблем. И еще в инструкции было написано, что первый сезон, как только посеяли, нужно еще и прикрыть. Прикрывать будем опавшей листвой. Вот опавшая листва, всякие веточки. Этим прикроем. И нужно будет еще поливать. Ну что ж, раскладываем мицелий. Там написано на расстоянии где-то сантиметров 10-15. Раскладываем на глаз. Еще забыла сказать, вот это вот деревянный короб, который сбили, для того, чтобы здесь не перекопать, не перепахать, ничем не повредить грунт, чтобы было понятно, что именно в этом месте посажены грибы, и хорошо проливать именно это место, где они посажены. Теперь мы засыпаем землей до высоты этого короба, будет как раз 10 сантиметров. И потом сверху засеем травой. Ну вот, засыпано землей на высоту короба. Теперь будем засыпать семенами газонной травы. Засыпали семенами газонной травы. Теперь останется только поливать и на зиму прикрыть листвой или можно хвойным опадом, например, прикрыть.